Добрый день, меня зовут Юлия Селифанова. Я из города Санкт-Петербурга. В рамках курса «Драматургия-1» моей задачей было создание сценария для короткометражного фильма. Что касается самих курсов драматургии, очень удобный режим онлайн. Насколько я знаю, это первый раз, когда ВТР-центр пробует такой формат. Он очень удобен, потому что можно выполнять все задания, выходя из дома. Значит, моему руководителю Алексею Инкину отдельное спасибо за комментарии к работе, за помощь в любых вопросах. Видно, что человек знает то, что он преподает, и это приятно. В общем, ребята, присоединяйтесь к ВТР-центру. Здесь очень много разнообразных курсов, активная творческая среда. Центр постоянно развивается, ждет ваших талантов. Вы не пожалеете.